Из книги «Открытым оком», пятый том, тема «Лапкин книги», вопрос 1490. Выпустив книги, не пропустили ли вы что в них, что потом хотели бы дополнить? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Замысел полностью удался, ибо что было задумано, все вышло в свет без малейшего пропуска. Ибо никакой цензуры над нами не было, кроме страха Божия и совести нашей. Делал все не в приглядку, а по совести, ничего не тая в душе, ни от кого не ожидая похвал или что-то бы утаивая в себе ради страха иудейского. Теперь начинаем с разных сторон получать отзывы. Пока ни одного отзыва с настоящим порицанием не получили, а только положительные. И вовсе не потому, что мы нигде не допустили опечатки или ошибки, но пока вот так. Пришло замечание, что енотаевский архиепископ был не Михаил, а Феодосий. Если это так, то редко кто заметит это. У нас не исторический труд, мы имели под руками такие вот документы и так назвали. У евреев было по несколько имен, а у монахов есть имя. Скоро имени трудно и оправдаться бы нам. Сектанты и еретики недовольны, что их так называют сектантами и еретиками, и даже протест дают слово «секта», «сектант». У нас встречается во всех 11 книгах 709 раз. Слово «еретик» — ересь 836 раз, итого 1545 раз. Россия ринулась в дом терпимости под именем экуменизма и глобализма. Там ее, в кавычках, и обвенчают с дядей Антихристом, восседающим в третьем храме в Иерусалиме, шестиконечной звездой во лбу из колена Данова. И теперь масоны всех примиряют, подводя к единому мышлению, к одной религии, устраняют слово, в кавычках, «сектант», понятие, в кавычках, «ересь», и даже преследуют за эти слова церковь и людей, мыслящих в Писании во всех словарях. Слово «сектант» и «еретик» было, есть и будет. Ожогов, С.И.Н.Ю. Шведова. Секта. Секты. Женская. Первое. Религиозное течение община, отделившееся от какого-нибудь вероучения и ему противостоящее. С. Духоборов. Второе. Группа лиц, замкнувшихся в своих мелких узких интересах. Книжная, неодобренная. Сектант, человек, поглощенный узкими интересами какой-нибудь группы, секты. Сектантка, женщина. Смотрите первое и второе. Сектантство, принадлежность к секте, замкнутость и узость во взглядах, свойственна сектантам. Сектантские, относящиеся к секте, толковый словарь иностранных слов Л.П. Крысина. Секта, секты, женская, латинская секта, учение, направление, школа. Первая, религиозная община, отколовшаяся от господствующей церкви. Смотрите Малакани. Второе. Группа лиц, замкнувшихся в своих узких интересах. Сравните каста, клан. Сектантство. Религиозное обозначение религиозных объединений, оппозиционных по отношению к тем или иным доминирующим религиозным направлениям. В истории форму сектантства нередко имели социальные, национально-освободительные движения. Некоторые секты приобрели черты фанатизма и экстремизма. Ряд сект прекращает существование. Некоторые превращаются в церкви. Известные адвентисты, баптисты, духоборы, молокане, пятидесятники, хлысты и другие.